Две ламантины отправляются в Карибское море. Из аквариума Сингапура их перевезли в море в заповедную часть острова Гваделупа. 34 часа перелета ламантины пережили нормально, сообщает руководство сингапурского зоопарка. Подготовка к такому путешествию длилась несколько недель. Два самца, Кай и Юниор, весят до полутонны и достигают до 3 метров в длину. Теперь животные будут жить на территории национального парка размером более 15 тысяч гектаров. По словам организаторов, это необходимо было сделать в рамках глобальной программы по сохранению исчезающего вида и восстановлению популяции редких млекопитающих. Ламантин еще называют морскими коровами. Они обитают на мелководье и питаются водной растительностью.